Вопросы развития творческой и туристической привлекательности Карачаево-Черкесии обсудили участники семинара, организованного в содействии с Минкульта и Минтурмола Республики, об основных тезисах образовательного делового форума, материале Ахмата Халкечева. К участию в работе семинара специалисты от обоих министерств республиканского правительства привлекли наиболее активных представителей туриндустрии, учреждений культуры и творческих объединений региона. Карачаево-Черкесия уже давно зарекомендовала себя как регион с весьма высоким потенциалом в плане экологического, бальнеологического и горнолыжного туризма. Но у нашей республики еще есть огромный и нераскрытый в полной мере потенциал и в направлении историко-культурного, этнографического и гастрономического туризма. По задумке организаторов, как раз на поиск новых предложений в этих вышеперечисленных направлениях и нацелена работа семинара. Я считаю, что, как всегда это бывает, искра, она зарождает пламя и горит костер. Вот чтобы в нашей работе с огоньком мы работали, нам нужна искра. Я для себя всю жизнь искра видел примеры других людей, которые делали что-то очень хорошо. Я думаю, у вас тоже такой подход. И вот для того, чтобы так получилось, я пригласил при поддержке Министерства туризма, молодежной политики Карачаево-Черкесии. Нам удалось здесь коротенький визит организовать коллег из Москвы. Здесь представлены у нас госкорпорации, которые занимаются развитием страны на высшем уровне. Сразу после краткого вступительного спича эксперт по развитию въездного туризма Российского экспортного центра Дарья Шамрай предложила продолжить работу в формате живого диалога. Для большей продуктивности семинара необходимы активные обсуждения насущных вопросов и задач, отметила она. Как вы, наверное, сами понимаете, для того, чтобы работать и принимать, например, туристов из Индии и туристов, например, из Арабских Эмиратов, это как минимум немножко и разный язык, на котором вы с ними разговариваете, и разные предложения, которые они ждут от своего путешествия. И вот мы последние там полтора года с компанией из 5 регионов, это были Татарстан, Карелия, Нижний Новгород, Ярославль и Калининград, мы с турбизнесом каждого из этих регионов, собственно, искали тот путь, каким образом можно сохранить себя и свою идентичность, но при этом быть востребованными и интересными для иностранных туристов. На правах главного организатора, исполняющий обязанности министра культуры Карачаево-Черкесии Зурат Агирбов отметил необходимость консолидации всех сил и ресурсов в реализации инициатив, способных оказать положительный эффект в повышении туристической привлекательности региона. Ахмат Халкечев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия.